Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 9 мая, и в Алании также проходит празднование 9 мая. Погода у нас стоит теплая, сегодня очень солнечно. Сейчас будет проходить шествие «Бессмертный полк» по Алании. И, конечно же, вечером будет праздничный концерт и другие интересные события и празднования. Посмотрите, какая у нас красота! Цветут цветы. Кто знает, что это за цветы, пишите обязательно комментарии под видео. Ну а сейчас давайте я познакомлю вас с участниками шествия и как будет проходить само шествие. Дорогие друзья, еще хочу вас познакомить с Мухтаром Махмутларом. Вы все знаете, может быть, даже знаете Ахмед Топа. И теперь узнаем, почему же он принимает участие в этом шествии. Dünyada 65 milyon insan öldü. Bunun 27 milyonu Sovyet Sosyalistler Birliği'nden. Ben sonra şey yapacağım. Tamam. Alt yazı. Tabii insanlar öldüler. Yani yazık değil, 65 milyon insan ölmüş. Ve bu Sovyet Sosyalist Birliği'nin zafer yıl dönümü 9 Mayıs. Her yıl biz Alanya'da kutluyoruz. Geçen yıl Mahmutlar'da 2500 Rus vatandaşlarla yürüdük. Burası bir turizm şehri Alanya'mız. Alanya'mızda yarısı Rus, yarısı diğerleri. Tabii ki sahip çıkılması gerekir. Sonuçta insanlar ölüyor. Savaşa karşıyız. Bizim Mustafa Kemal Atatürk liderimizin sözü var. Dünyada barış, yurtta barış. İnsanlık kazansın, sevgi kazansın. Savaşa hayır diyoruz. Ben bu Sovyetler Birliği'nin o zamanki bu zafer yıl dönümünün 73. yılını kutluyorum. Bir daha dünyada savaş olmasın. Bu dünya herkese yeter. Yaşayalım. Herkese Türkiye, Mahmutlara Alanya davet ediyorum. Да, дорогие друзья, обязательно приезжайте в Аланию, Махмутлар. Но сейчас давайте посмотрим, как будет проходить само шествие. Все собираются в центре Алании. Собралось уже достаточно много народу. Поют песни с флагами, с портретами родственников. Победы! Если кто-то помнит какую-то песню, предлагайте. Интернет дело великое, голос тоже. Я ее не знаю, правда, ей богу. Я в следующем году обязательно приведу. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Стоит над рекою зорки. Здравствуйте, меня зовут Аделя. Поздравляю всех с нашим великим праздником. Праздником Победы во Второй Великой Отечественной войне. В этой войне участвовали мои деды. Это мамин папа Мирза Салих Зарипов. И папин папа Габдельбар Галимулин. Габдельбар Галимулин защищал наши границы на границе с Финляндией, то есть даже был раньше призван на войну 40-го года и дослужился до самого конца. Потом в мирной жизни был бухгалтером. А Мирза Салих Зарипов, он участвовал во Втором Белорусском фронте, два раза попал в плен, два раза бежал с плена, вернулся в набережные Челны и мирную жизнь продолжил до 80 лет. Адель, ты принимаешь активное участие в жизни русского общества. Расскажи, какие будут празднования сегодня вечером? Ой, сегодня у нас приготовлена замечательная программа. Будет шествие «Бессмертный полк» до причала. На причале приготовлена концертная площадка, где мы будем давать концерт. У нас приготовлены очень интересные номера, танцы, обязательно минута молчания. И несколько песен мы с девочками будем исполнять. Очень долго готовились. Надеемся, что всем очень понравится. А зачем? Пошлите, девчонки! Дорогие друзья, есть маленькое объявление. Мы ждем остальных автобусов с Махмутлара. К нам присоединятся еще порядком 200 человек. Еще маленькое объявление. Мы пока здесь стоим, фотографируемся, поем песни, поздравляем друг друга с Днем Победы. А потом мы
очень талантливые люди. Мы готовили его целый месяц специально для вас. Поэтому, пожалуйста, запаситесь терпения, чтобы дождаться начала. К нам приехали гости из Консерта, из Анталии. У нас будут мэрия и префектура Алании. Они все придут, чтобы нас поздравить. С праздником, друзья! Мы сейчас ждем здесь наших дорогих соотечественников. И никогда мы так не были дружны, как именно в этот день. Потому что мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов, которые положили жизни на алтарь победы, чтобы мы сегодня с вами здесь пели песни. Ура! Меня зовут Павленко Галина. Мы здесь вместе с моей сестрой Ольгой. У нас портреты наших дедушек. Это Дулдин Дмитрий Яковлевич, Павленко Семен Иванович. Они прошли всю Великую Отечественную войну. Дедушка Дмитрий Яковлевич дошел до Берлина. Вот. Семен Иванович, ему довелось побыть в немецком плену. У нас... К счастью, в семье все вернулись живые с фронта. Мы очень гордимся тем, что наши деды завоевали эту победу для нас. Вот. Поэтому сегодня мы хотим почтить память о них, о всех погибших, о всех тех, которые прошли эту войну и которые обеспечили нам сейчас вот этот отдых, вот это мирное небо над головой, то, что нет фашизма в мире. Мы очень рады и счастливы. Наверное, так же, как и все, которые здесь собрались. Меня зовут Елена Навруцкая-Челик. Я живу в Алании уже порядка 13 лет. И сейчас я пришла сюда, чтобы пройти с портретом, с бессмертным полком, с моим дедушкой, который ушел на фронт в 41-м, и через несколько лет мы только узнали, что он погиб, пропал без вести. Его звали Виталий Степанович Чурюкин, и у него остался маленький сын, мой папа. Так получилось, что своего сына он не видел никогда, потому что был на военных сборах, когда папа родился, и со сборов он сразу из Курского военкомата, он сразу пошел на войну. Он только-только закончил Курский медицинский институт, и моя бабушка Елизавета Навроцкая тоже закончила этот же институт и осталась в оккупации в Курске. И через 2 года только стала разыскивать своего мужа. Не разыскалась, только получили похоронку. Считаю, что этот праздник очень важный. И благодарю мэрию Алании и турецкое правительство за то, что нам разрешено. И за то, что этот проект поддержан, нашел понимание. Действительно, это наша память. И тем, кто живет здесь и в России, очень важно, что мы можем проводить такие шествия. Дорогие друзья, мы медленно сейчас проследуем, мы не торопимся, мы поем песни, но, пожалуйста, вперед растяжку, не заходите, не станьте сзади, пожалуйста, растяжки. Получилось. Дорогие наши, давайте растяжку!
Константиновичу Жукову! Проходит празднование 9 мая. Шествие уже закончилось, скоро будет концерт. Мне, к сожалению, нужно уходить по другим делам. На концерт я не попаду, но надеюсь, что вы увидели хотя бы частичку празднования 9 мая в Алании. Поэтому, если вы будете в следующий раз в Алании, обязательно тоже приходите на празднование и знайте, что они проходят в Алании каждый год. Ну, а я сейчас убегаю в очень интересное место, о котором я также буду снимать видео, и вы увидите его следующим. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Всех 9 мая. Всем всего хорошего. Пока-пока.